среду, 10 мая, в Институте фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета состоялся цикл лекций профессора МГУ Ивана Воробьева. И актиновые пучки не поддерживают растительные клетки, они как эритроциты. Если вы меняете осмотическое давление, они крайне чувствительны к ним. Одной из главных тем лекции стало рассмотрение в современных представлениях о динамике микротрубочек в процессе деления и организации движения хромосом в различных фазах митоза. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универ Ньюс.